Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же 7 января, у нас жарище, но деваться некуда, томаты высаживать приходится, потому что вечером не успеваю все, и утром тоже, только выйдешь, уже жарко. Это видео хочу снять, чтобы показать вам. Я вот здесь говорила, что буду высаживать высокорослые, индетерминантные, и в этом году, видите, погода располагает, и я решила, что не только сибирские вот эти закаленные, неприхотливые, но и индетерминантные тоже высажу. Пораньше попробую одну партию. Также их полила сейчас из шланга холодной водой, пусть тоже привыкают. И смотрите, какая разница. Вот этот ряд, это был ранний посев, которые были высокие. Я говорила, что я буду высаживать их лежа. А вот это более поздний посев, которые предназначены были для высадки в открытый грунт в традиционные сроки, то есть 10 июня. То есть им нужно было еще месяц сидеть в рассаде, ну, в стаканчиках там или в лоточках. Но я подумала, какая разница, в лоточках они будут сидеть или в земле. В лоточках, когда они стояли всем табуном, видите, они немножко начали вытягиваться, им там тесно, света не хватает. И я так подумала, что если их рассадить пореже, то они быстрее окрепнут, и немного как и подзакалятся, конечно. Не знаю, что из этого выйдет. Эти-то точно уже были приспособлены к высадке в грунт. А эти вот неженки, они буквально прям из теплицы. Вчера вечером я их вынесла. Ну, будем смотреть. Это тоже как своего рода эксперимент. Да у нас весь, все огородничество эксперимент. Сейчас через несколько дней будет похолодание. Но эти томаты, конечно, я буду сейчас дуги выставлять. Буду пленочкой закрывать. И они будут немножко как в более выгодных условиях. Я их, наверное, сегодня, может быть, даже притяню от жаркого солнца. Ну, посмотрю. Если не сильно завянут, то не притяню. Видео снимаю для того, чтобы потом мы могли сравнить, как высаженные 7 мая индетерминантные неженки будут себя вести. Тут у нас попал под раздачу, тут и Вова Путин. Двухметровая вот эта загадка природы, которая тоже считается тепличным. Тут у меня кенигсберг золотой, кенигсберг красный и банан оранжевый. Но преимущественно это эти, тут большинство сортов тепличных. Все, будем потом наблюдать.